Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, дефицит того, что всегда во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это телевизионная программа ⁇ Скрепы ⁇ И я, ее ведущий Роман Балашов. Программа в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Великий русский философ Иван Ильин в своей работе о вере сказал, «Есть некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью. Согласно этому закону, человек сам постепенно уподобляется тому, во что верит». Чем сильнее и цельнее его вера, тем явственней и убедительней обнаруживается этот закон. Чтобы убедиться в действенности этого закона, нам достаточно иногда взглянуть на себя в зеркало и вспомнить, какие греховные поступки мы совершали. Каждый наш грех, каждое дурное слово или даже мысль меняет нас самих меняет не в лучшую сторону. И наоборот, наши благие дела, наши покаянные молитвы, наши маленькие каждодневные победы в борьбе со страстями не просто делают нас лучше, но и озаряют нас тем удивительным светом, который святитель Григорий Палама нарек светом фаворским. Я неоднократно видел, как меняется человек, выбравший монашеский подвиг в качестве своего жизненного пути. Человек, посвятивший себя служению Богу, отказавшийся от мирских благ, Вдруг чудесным образом преображается источник этого преображения сам Господь. 30 апреля мы вспоминаем одного из наиболее великих русских святых, преподобного Засиму Соловецкого. Одним из наиболее сложных моментов его жизни стала осень 1436 года, когда он не смог выехать с архипелага и остался зимовать в одиночестве, надеясь только на милость Божью. Это было время труднейшей духовной и физической брани, когда бесы, не будучи в состоянии выносить по своей злобе и зависти святую жизнь подвижника, поднимали на него брань, намереваясь устрашить доблестного воина Христова и поколебать непоколебимого. Святой Засима Божий противоборствовал им крестным знамением и молитвою, и, посмеиваясь, им говорил, «Ничтожная сила вражья! Если вы имеете от Бога власть, то делайте со мною, что хотите. Если же не имеете, то понапрасно трудитесь». Не меньшим испытанием для преподобного стало и отсутствие необходимых для зимовки продуктов. И тут Бог не оставил угодника своего, уповающего на милость его. В ответ на его молитву, он послал к нему на пустынный остров двух мужей, имевших с собой корзину с хлебами, мукой и маслом. Через этот чудесный подвиг Господь показал всем нам, что милость Божья спасает в самых трудных ситуациях, дает шанс и надежду на спасение. Мы очень часто воспринимаем истории, рассказанные про монахов, как нечто отдаленное, невозможное в нашем современном мире. При этом мы забываем нашу недавнюю советскую историю, когда сотни тысяч новомучеников и исповедников, да и просто светских людей, претерпевали страшнейшие испытания, пройдя самую главную в жизни проверку, проверку верности Богу. Пример этому дает нам история Соловков лагерного периода. На Соловках в музее, посвященном истории Соловецкого лагеря, есть большая фотография, где собраны сотни лиц узников этого страшного места. На этой фотографии нет некрасивых лиц. Борис Ширяев и Василий Гундяев, Созерком Альсагов и Дмитрий Лихачев, Павел Флоренский и Анна Шильдер и многие-многие другие. Все они, православные и мусульмане, священники и военные, ученые и крестьяне, прошедшие через Соловецкий ад, заглянувшие в самые жуткие его бездны, смотрят на тебя каким-то очень глубоким взглядом. В их взглядах можно найти радость и муку, усталость и надежду. Там нет только одного – злобы». И когда эти сотни и тысяч глаз сливаются вдруг одно целое, то ты понимаешь, что через них на тебя смотрит сам Господь. И наоборот, посмотрите на фото палачей и охранников. Все они стараются выглядеть радостно и уверенно. Кажется, что вот они, новые хозяева жизни, сытые и довольные, пришедшие строить новый мир, почувствовавшие вкус безраздельной власти над жизнью и смертью. Посмотрите и вглядитесь повнимательнее в их лица и глаза. Это глаза живых мертвецов, которые при жизни подписали себе самый страшный приговор. Иван Ильин писал, если бы удалось однажды пронизать все человеческие сердца, без исключения, таинственным лучом света, так, чтобы у всех выступила и в яве обнаружилась главная ценность жизни, составляющая предмет веры, то очень возможно, что все мы просто ужаснулись бы. Потому что, вероятно, оказалось бы, что большинство людей верит в нечто такое, что не только не обещает им благо, не спасение, что прямо влечет их к погибели. Вот ключ к современному духовному кризису, охватывающему все человечество. Эти законы описанные великим русским философом, действуют не только в отношении людей, но и в отношении целых государств. История очень явно показывает, что страны, решившие строить новое общество и новый закон на отрицании законов божьих, обречены. Когда распался Советский Союз, к власти в России пришли так называемые младореформаторы. Они решили строить новую демократическую Россию без учета наших ценностей и наших традиций. Порог и наживо были поставлены во главу угла и стали законом. Именно поэтому наша страна была обречена на развал и нищету. В условиях деградации и распадка основных государственных и общественных институтов русская православная церковь стала той самой силой, которая, как и сотни лет назад, в годы смутного времени, спасла нас и позволила нам выжить. Благодаря нашей вере мы прошли через громадные испытания и изломы лихих 90-х. В вере многие нашли высший смысл своего служения и своей жизни. Это стало началом возникновения новой российской элиты. Тогда на труднейшем изломе российской истории во главе нашей страны стал по-настоящему православный человек Владимир Владимирович Путин. Именно ему выпала великая миссия возродить страну, дать всем нам возможность жить в великой и свободной России, где вера в Бога является той основой, на которой строится не только наша жизнь, но и жизнь нашей страны. В этом году... Последняя неделя Великого Поста, именуемая Страстной Седмицей, пришлась на конец апреля, мистическим образом объединив несколько очень важных событий в мировой истории и истории нашей страны. 30 апреля мы вспоминаем о сошествии во ад Господа нашего Иисуса Христа и Его искупительном подвиге. И именно в этот день наши войска 71 год назад начали штурм земного воплощения царства сатаны, немецкого рейхстага. В этот день вместе с ними, в этой последней битве Великой войны, были все наши святые, все новомученики-исповедники. И потому так чисты и светлы лики наших воинов. И потому мы знаем, что до тех пор, пока есть в России вера, мы всегда будем победителями. Храни вас Бог и всего вам самого лучшего.